уже полюбили. Ну, а следующий заезд каноэ, одиночка. Значит, 4 предварительных заезда. Первая, шестая лодка отбирается в полуфинал. Плюс 3 лучших по времени. Итак, первый заезд. Болгария. Ангел Кадина. Вторая. Макао. Кит Фон Чанг. Четвертая. Иран. Сейдека Эскандани Хосени. Пятая. Чехия. Давид Мачанчик. Шестая. Андре Дони, Венгрия. И седьмая. Филиппины. Херми Макаранас. Восьмая. Алжир. Бухал Сарди Назир. Hit one. C1U 23 men 1000 meters. The starting list. Lane 1. Bulgaria. Lane 2, Macau. Lane 4, Iran. Lane 5, Czech Republic. Lane 6, Hungary. Lane 7, the Philippines. Lane 8, Algeria. Ну что ж, мы выяснили, кто по какой дорожке будет грести, а вы, наверное, хотите услышать, кто как прогреб. Пожалуйста. Четвертый предварительный заезд. Украинец Олег Кухарюк. 3.34.1, между прочим. Далее Канада 3.35, 3.36, Россия. Германия 3.38, Япония 3.40, Австрия 3.41, Таджикистан 3.46 и Киргизстан 3.53. The results of race. The first place, lane 2, Ukraine. The second place, lane 3, Canada. The third place, lane 6, Russia. The first place, lane 5, Germany. The fifth place, lane 7, Japan. The sixth place, lane 4, Austria. The seventh place, lane 8, Tajikistan. The eighth place, lane 1, Kyrgyzstan. Ну что ж, ждем мы каноэ, каноэ-одиночку. Хотелось бы, конечно, стабильного включения, но обещая больше о том, что я включаюсь и не включаюсь, я вам говорить не буду, потому что это еще будет раз, наверное, 400. Итак, Болгария, Макао, Иран, Чехия, Венгрия, Филиппины, Алжир. Напоминаю, что 6 спортсменов плюс 3 из лучших по времени попадают в заезд. А в следующем заезде, который вот уже стартовал, у нас нету третьей воды, не заявлено. То есть 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Спортсмены здесь подготовленные. Чехия, Венгрия чего стоит. Возможно, хороший болгарский каноист. Но ребята преодолели только первую четверть дистанции. Мы ждем, когда они приблизятся. У нас рядышком, если кто смотрит в сети интернет, у вас монитор. И спортсмены, вы наблюдаете их от старта до финиша. У нас монитора нет, и мы видим только с финишной вышки. Поэтому не обессудьте, что мы со старта не рассказываем, почему у того такая кепочка, кто гребет на какой позиции. У нас они сливаются в одну линию горизонта. Какие-то такие вот подгребающие. Поэтому чем ближе они к нам, тем более детально мы можем о них поговорить. Пока же скажем о них просто. Это настоящие гребцы. Продолжение следует...
Ну что ж, половина дистанции позади, сказали бы вы. Но я вам обращу ваше внимание, что позади уже 3/4 дистанции. И спортсмены разделились на тех, кто претендует на победу, кто на победу уже не совсем претендует, и кто претендует на то, чтобы финишировать. Вот мы видим вдали представителя Макао. Ну что ж, страна у нас развивается в плане гребли. Приятно, что она это делает. Ну и ждем от нее скорейшего прогресса. Так, что у нас здесь? Кто у нас тут лидирует, дорогие друзья? У нас, наверное, лидирует, ну, если двигаться от обратного, то, наверное, чешский спортсмен. И удивительно, что венгерский спортсмен как-то выступает для Венгрии не очень понятно. Может, что-то у него случилось, как что-то с рулежкой. Ну, если я правильно вот смотрю по водам. Итак, будем ориентироваться, наверное, будем ориентироваться на те же самые воды. Итак, очень неплох болгарский спортсмен. Да, наверное, Болгария и... А нет, друзья, это у чешского спортсмена что-то не в порядке. А спортсмен из Ирана, вот это да. Итак, да, Болгария и, наверное, Иран. Да, Болгария и Иран, дорогие друзья. Вот приезжает венгер, а это у чешского спортсмена что-то случилось с рулежкой. Ну что ж, Болгария и Иран, ну очень даже наш этот Сейдека Эскандани-Хосейни пригреб. Ну что ж, хорошо. Напоминаю, что здесь у нас всех 4 заезда. 4 заезда в каноэ-одиночке. И следующий заезд выглядит следующим образом. Итак, дорогие друзья, следующий заезд мы увидим. Таиланд, Бразилию, Молдавию, Украину, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан и результаты. Результаты 5-го предварительного заезда. Якобс Питер 3:32,6. Второе место, скажем просто, Али из Ирана 3:33,7. Далее Игорь Бачевский 3:33,9. Великобритания Томас Лусти 3:34. Карел Алпере 3:36. Эстония. Шестой был чилиец Джоан Вальдебенито 3:41. Швейцарец Андрей Семерматер 3:43. И Макао Хио Ман Чонг 4:27. То же самое на английском.